Итак, привет всем. С вами опять я. Кто там я или отец, да, вот. Значит, меняем условия нашей конструкции. И я переставил здесь вот эти клеммы. Включаю наш лабораторник. И что я делаю? Начинаю подавать ток. Вот мы видим, что эта штука отвалилась. Теперь с этой стороны. Она абсолютно не хочет магнитить, поскольку с этой стороны магнитный поток уходит сюда. Сейчас давайте еще раз. Убираю ток. О, примагнитилась. Я взял легкую пластинку, что тяжелая быстрее отвалится. Здесь вот 5. Сейчас вот мотаю на такой иллюзии. Вот. Приходится разматывать нужный провод для того, чтобы сделать контрольную катушку, которая смотрела бы за процессами ферромагнетики. Всем пока. Ставьте лайки. Не забывайте. И делайте репост. Благодарю. До свидания.